Кристина решила внезапно рассказать, что здесь есть две комнаты, которые закрыты, и хозяин сказал, туда не заходи. Очень вовремя ты уточнила. А вы знаете, что у нас и внизу одна комната закрыта? Три уже получается. Три комнаты закрыты. То здесь, по идее, могут жить больше людей в закрытых комнатах, чем нас. Но я серьезно говорю, мы вдвоем тут спали, как? Нет. Не вдвоем получается. Не вдвоем. А почему мы с самого начала не хотели посмотреть эту комнату? А никто не говорил про нее. Ну не надо, пожалуйста. Нет, все. Можешь эту штуку убрать, пожалуйста? Помните, я ходил на квест, и у меня обосранные штаны были. Так вот, это пожестче гораздо. Ладно, пойдем. А прикиньте, какая-нибудь... А что это звук-то? Это что было? Блядь. Я говорю, вы... Да ну нахер, я не пойду туда. Нет! Что это? Да это машинка. У меня мурашки. Какая машинка? Там, да.